Всем привет! В эфире программа «Твое ТВ» и с вами Мария Гладаренко. Югра приняла более 600 гостей из Белгородской области. Ребята до конца учебного года отдыхают, интересно проводят время и готовятся к экзаменам вместе с югорскими школьниками. Программа, конечно, пожестче, чем у нас, не такая. Придется потрудиться. Мы закрепили за детьми и познакомили их с нашим движением первых. Волонтеры, старшеклассники, которые очень доброжелательно с ними общаются и предлагают свою помощь всяческую, предлагают им вовлекаться в наши общественные мероприятия. Ребята легко осваивают школьную программу и домашку выполняют, ведь в Югре созданы все условия, чтобы гости из Белгородской области чувствовали себя как дома. Тут хорошо, кровать свой удобный, все хорошо. Диванчики там есть, можно телевизор посмотреть, либо же поиграть. Можно походить там, посмотреть еще, там пойти погулять на улице. Белгородским ребятам скучать не приходится. С момента прилета в Югру у них насыщенный график. В Сургуте подростки приняли участие в интеллектуальных играх. Нижневартовск организовал поход в музей пожарной охраны. А в столице Югры гостям удалось побывать на празднике коренных жителей. Новые люди, новое знакомство, новые истории, новая информация. Я, допустим, очень много узнала, и не только про Сургут, а, в принципе, про весь автономный округ. Не знаю, мне безумно понравилось. И, в принципе, плюс вопросы, задают вопросы, мы узнаем ответы. Это то же самое, какое-то развитие, мы запоминаем. Очень атмосферно. Тут все новое, стильное, современное. Очень много мест, куда тут можно посетить. Тут много везде, где есть, где можно посидеть. Чтобы скрасить их быт и немножечко заинтересовать нашим, во-первых, бытом города, бытом пожарной охраны, деятельностью, мы пригласили детей. Сегодняшнее мероприятие, оно, конечно же, проводится в рамках месячника пожарной безопасности. Апрель месяц для пожарной охраны – это большое количество различных дат и тех же самых торжественных мероприятий.
очень понравились костюмы вороньи. Вот мы смотрели разных, с разных городов. Там и взрослые люди, и детвора приезжали. Очень красивые костюмы. Мне картины очень понравились, художники там какие-то стояли. Ну и вообще атмосфера такая хорошая, все разные города, разные народы, разные культуры. То есть там, ну, интересно посмотреть, послушать. Узнала множество обрядов и множество традиций. Честно, у нас такого в Белгороде нет. Что запомнилось на Вороньем дне? Наверное, вот это выступление. Выступление девушек, великолепный наряд вороны, великолепные танцы. Это неописуемо, мне очень понравилось. Приезд в Югру запомнится ребятам. Теплые воспоминания о холодном крае и новые друзья останутся надолго. С вами была программа «Твое ТВ» и Мария Гладаренко. Всем пока-пока!